Открыто и легитимно. В регионе 13 сентября состоялись выборы депутатов в органы местного самоуправления, а также довыборы члена Саратовской городской думы по 13-му избирательному округу. Замещению в регионе подлежали 49 депутатских мандатов. Полностью народные избранники сменились в Быково-Островском и Каменском муниципальных образованиях. В гонке за место депутата в городскую думу победил Вячеслав Малаканов. По данным избиркома, явка избирателей составила 25%. Самую низкую активность проявили жители Саратова и Энгельса. Почти 11 и 10% соответственно. Выборы прошли открыто, легитимно. Были отмечены небольшие, незначительные нарушения, но в целом выборы проходили в открытой конкурентной борьбе.